посмотрите здесь, пожалуйста. Сейчас отличная такая позиция. Ну и здесь там, что под камерой было уже. В объекте сейчас какая основная ошибка, да, блоки, неважно что, у нас будет постепенно, она вот здесь разваливаться, смотрите, некрепкая, да? И пока молодой, поясница выдержит, ничего, ну, не будет силы и будет вредно для здоровья. Потому что все будет непроходимо. Что нам нужно сделать? Ну, не так сильно, но все равно нет. Вот нужно вот здесь вот этот уголочек, еще чуть-чуть немножко. Живот собирает. Ушел, назад. И вот здесь уже, смотри, если я буду руки толкать, я вижу, что немножко упор в ногу получается. Ты стоял вот так вот, да? И здесь любое действие, видишь, туда запрокидываешь. Поэтому вот этот уголочек, его очень важно, это как боевой стойки. Вы же не стоите боевой стойки вот так, да? Когда противник далеко, вы еще можете позволить себе сделать, но когда вы работаете, вот ваш. Так и здесь, этот стол универсальный, боевой, нужно вот как будто вы реально хотите растолкать дерево. Вот. Хорошо. О.